петь и одновременно танцевать или играть, изображать что-то, причем заученное, не так легко. И мы делали одну и ту же программу, одно и то же шоу, но это всегда было по-разному, потому что мы разные эмоции вкладывали, естественно, потому что как делаешь то же самое, но это не конвейер, это не станок.